установлено, что указанный гражданин в период времени с 20 сентября 2019 по 5 ноября 2019 года, находясь на озере Саузовское с применением деревянной одноместной одновесельной лодки без бортового номера, не имея специального разрешения, используя запрещенное орудие ловли раколовки в количестве 10 штук, незаконно добыл 297 экземпляров раков, причинив ущерб водным биологическим ресурсам в Республике Башкортостан на сумму 34 155 рублей. Ущерб в размере 34 155 рублей осужден возмещен в добровольном порядке в полном объеме. Постановление мирового судьи судебного участка по Краснокамскому району от 22 января 2020 года данному гражданину назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 15 000 рублей.